ребята. Если будет страндика, это будет очень хорошо. Девятая партия. Делаю все, чтобы Нашего была игрока. страндика, но нет, этот человек. Блин, я даже таких человеков бы людьми не называл бы, который отказывается от страндики в последний момент, от самого интересного дебюта в мире. И какое-то По версии. Дерьмо играют. По версии. По версии. Не скажу кого. Так, ну я не знаю, я просто раздосадован и просто морально уничтожен. Разгневан. Делаю глупые ходы теперь. Да, ну все очень плохо, конечно. Получилось какое-то бинони. Правда, не знаю, что такое бинони. Но... Получилось тухленько, по-моему. Ну Так, нет. Ферзь Не Б5. сказал бы, что скучно. Это Ну скучно. вот, видишь, да, уже. Что тухленько. Напали на пешку. Боюсь, что эта пешка, она в какой-то момент начнет так подвисать. Так больно. Почему не на А7? Вот потому что вот эта пешка подвисает по-уродски, и все, у нас тут скукожено, блин. Так. Все равно выменят, конечно. Знаем мы этого человека. Надо флаг рубить, а флаг не рубится совсем. Так, ладно, немножко провокаций. Нужно скинуть немножко материала. Чтобы было посвободнее дышать. Ну, надо как-то цепляться, как-то. Не получается пока что. Ну вот, ну, вот по времени он подсел, задумался непонятно о чем. Йо, правда он, конечно... Отлично, скинули ферзя. Коню некуда идти, да блин, ну что ж за дьявол такой из Финляндии? Да. Любитель. Финский дьявол. Да блин, Хорошо. Вообще ускорился. Тут, наверное, уже без шансов, нет? Нет, я верю в свой позиционный гений. Так, все, укрепились. Ну, он так быстро играет, так запрещено же законом. Укрепляйся. Нет, бешеный адский конь. Сейчас выпишет 3,5 шаха. 2 секунды против 3, 2. Так, ну это я завис или он завис, или случилось 5. чудо? Черные выиграли! Ого. Yes! Это наш разведчик вошел в Финляндию. В последний момент ударил его сзади. 9-я победа. Баринком. Да, но это настоящая чудо. блевотина. Да. Чудо-блевотина. И испанец. Испанец завершает. Титулованный. Правда, титул у него, скажем, прямо. А что это за титул? Кандидат мастера. СМ это, СМ это. Спартак Москва. Спартак Москва, да. Спартак Москва. Спартаковец. Это Хурада. Хурада, Эммануэль. Приехал Хурада играть. Из Англии. Он сейчас вот вроде варится. Из Англии с нами играет. Варится. Вот. Замыкает ну, подкаст. Скучно он играет, конечно, очень. Это явно не Хурада. Бля! Ох. Тихо. Не расстраивай зрителей. Блин. Ну, понимаешь, когда начинает скучная игра, я теряю контроль над собой. Ты, по-моему, когда начинаешь играть, теряешь контроль над собой. Так, я уже... Да нет, пиздец. Да господи. Где этого кренделя они нашли? Шах-то хоть даст он. Все ясно. Как вообще ему проиграть можно? Откуда у него рейтинг? Сейчас антифлаг снесет. Прикинь, у тебя на 20 секунд меньше. Я что-нибудь придумаю. Ну давай. Расчехляй пушку. Ща, расчехнем. Так. Бля. Я не знаю, как тут играть. Ладно. О, все, нет. Точнее, все. Все хорошее, что было, закончилось. Нет, если кони заканчиваются, это не к добру. Ну, есть одна идея, честно. Скажу, вот она. Посмотрим. Там все есть. Yes! Ну, у тебя 6 секунд. Yes, контр-игра. Yes!
Все, Думаю, пешку А проведем ферзи. только предход. Волшебный слон. И пошла. И пошла. И пошла. И пошла. И пошла. Что-то они закончились. Нет. Так, 3 секунды. Отлично. Мог сделать ничью, кстати. Такую позиционненькую. Да нет, это я... Стоп, что это было? Ты видел? Да. Все замоталось. Это было слишком быстро. Не было 10, не будет, к сожалению, 10-й победы. Ну, 9 вряд ли. Достойно, достойно. Все-таки Да? титулованный испанец Черт. Блин. с ужасной игрой. Давайте экспресс-анализ. Ну, самый скучный вариант стратегии — это фианкета. Обычно играет c4, но он еще больше блевотины решил сделать. Вот, и... Но, в принципе, отдал слона, два слона. Ну вот, когда такая структура, я не умею, наверное, играть. И, собственно, поле d6 слабо, он туда залез. Я Здесь, да, тут. первый раз поставил ладью. Так, тут ладья c7, если... Хотя не знаю, что за ход. Ну ладно. Вроде все нормально. Тут, конечно, зевнул на e5. Тут зевнул ладью. Вот. Ну, здесь еще у него были, наверное... Ну, все-таки шах он дал. Ну, дальше я зевнул пешку, он все-таки забрал. Но я как-то хотел выиграть. Он просто быстро ходил. Все. Печально. Экспресс-анализ. Да.